Сегодня займемся звуками. Так вот, hôm nay chúng ta sẽ nghe về âm thanh nhé. Да. Так вот. Да, đây là nhiệm vụ thứ hai, задание второе, да? Да. Задание второе. У нас пять таких маленьких заданий. Здесь первое, примите участие в диалоге, ответьте на вопросы собеседника полными предложениями. Tức là gì? Hãy nghe đoạn audio và hãy trả lời bằng một câu đầy đủ, chứ không phải là câu ngắn gọn đấy. À, chúng ta cố gắng nghe nào. Ở đây nó sẽ cho chúng ta, đây là 21 đấy. À, tắt rồi. Chúng ta tải về sau đó chúng ta sẽ xem nhé. Участие в диалоге. Ответьте на вопросы собеседника полными предложениями. Как зовут вашего лучшего друга или подругу? Где вы познакомились? Как зовут друг и где познакомились? Tên của bạn là gì và bạn làm quen ở đâu? À đúng rồi. Tên của cái người bạn thân của em. Какой ваш друг? Внешность, характер, хобби. Câu đó là gì? À? Câu vừa rồi là gì nào? Câu vừa rồi có nghe được không nào? Không ạ. Nghe lại nhé. Да. Какой ваш друг? Какой ваш друг? Внешность, характер, внешность, характер, хобби. Какой друг? Là bạn bạn như thế nào? Rồi là cái sở thích của bạn là gì? Да. Да. Thế là em nghe tốt đấy. Đấy. Em nghe tốt. Так вот. Chúng ta sẽ cùng xem lại nào. Đấy. À, câu thứ nhất của chúng ta ở đây. Câu thứ nhất chúng ta nghe lại. Как зовут вашего лучшего друга или подругу? Где вы познакомились? А, так вот. А, chúng ta sẽ ghi nó ra nhé. Да. Как зовут ваш друг или ваша подруга? А, câu 1 chúng ta là как зовут вашего друга или подругу? Как зовут вашего друга? Или подругу. Где вы познакомились? Да. Где вы познакомились? А, Кохан. Какой ваш друг? Какой ваш друг? Какой хобби? Внешность, характер и хобби. Внешность là gì đấy? Внешность là hình dáng bên ngoài. Внешность là hình dáng bên ngoài. Характер là tính cách và thứ ba là хобби. Так вот, хорошо. Так вот, chúng ta cùng nghe lại, sau đó chúng ta nghe tiếp câu thứ ba luôn. Так, где это у нас? Какой ваш друг? Какой ваш друг? Внешность, характер, хобби. Так, да? Внешность, характер, хобби. Когда мне то хотиба, 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 то хотиба,
Как вы обычно проводите свой отпуск? Где вы отдыхали, в последний раз? Что вам больше всего понравилось? Как вы обычно проводите свой отпуск? Вот. Как вы... Обычно. Как вы обычно проводите свой отпуск? Cái khó đối với em đó là em không hiểu cấu trúc câu. Cho nên em khó nghe. Thế còn khi mà chúng ta đã nắm được cấu trúc câu rồi, thông thường là nói проводить время, проводить отпуск. Как вы обычно проводите свой отпуск? Так вот. Chúng ta nghe câu thứ hai nào. Где вы отдыхали в последний раз? Где вы отдыхали в последний раз? Да. Các bạn nghỉ ngơi ở đâu? Что вам больше всего понравилось? Что вам больше всего понравилось? Что вам больше всего понравилось? Где вы отдыхали последний раз? Что вам больше всего понравилось? Да? Да. Ну, đó là câu thứ ba của chúng ta. Chúng ta cùng xem câu số 4. Câu hỏi tiếp theo. Chúng ta thấy mỗi một câu này nó có mấy câu liền. Đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta nghe nói như thế thì chúng ta phải phản ứng trả lời được ngay đấy. Чем занимаются ваши родные? Родители, братья, сестры? Ну, nghe được câu đó nè. Чем? Чем? Занимаются ваши родные? Чем занимаются ваши родные? Родители, братья, сестры. Да, да, да. Чем занимаются ваши родные? Родители, братья, сестры. Вы часто встречаетесь? Часто встречаетесь. Что вы обычно делаете вместе? Что вы обычно делаете вместе? À đó. Thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã nghe xong cái câu này. À, khi chúng ta nghe xong câu này thì chúng ta bắt buộc là phải gì? Trả lời đúng nào đấy. À, trong khi chúng ta trả lời, chúng ta sẽ tải cho cái này, nó sẽ tải cái câu thứ hai. Так хорошо. Да. À, так вот. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời nào. Как зовут вашего друга или подругу? Где вы познакомились? Но câu này chúng ta sẽ trả lời sao nào? Мою подругу зовут Нга. À, chúng ta sẽ nói là мою подругу, да? Так. Мою подругу зовут Нга. Нга. Мою подругу зовут Нга. Хорошо. А, так вот, это значит... Thank you.
цели. И где вы познакомились? Мы познакомились. Сай, сай фунг чу, да, лой фунг чу. Сай фунг чу, да. Иркутск, да. И мы познакомились где? В школе, да? Мы познакомились на работе. Хорошо. А так. Это значит. Красим Пьерна. Какой ваш друг? Внешность, характер, хобби. Все равно. Это подруга или, или друг. Все равно кого. Да? А какой ваш друг? Какой ваш друг? Người bạn của em như thế nào? Он хороший, он красивый, он некрасивый, он высокий, он низкий, он толстый, он худой и так далее, да? А мой друг или моя подруга? Моя подруга симпатичная. А, симпатичный, да. Хорошо. Она симпатичная, да? Какая внешность? Высокая. Она высокая. Она высокая, красивая. Высокая, красивая, да. Так, какой характер у нее? У нее приветливая. Она приветливая. Она приветливая. Тогда не надо говорить у нее, да? И она красивая и приветливая. Да, хорошо. Какое у нее хобби? Она что любит? Она любит деньги. Денег. Она любит денег. Ага, деньги. Деньги. Она любит деньги. Это у нее хобби, да? Да, да. Это хороший хобби у нее. Я думаю, это почти все люди любят деньги. Да? Все люди любят деньги, да? Да. Правильно, да. Хорошо. Все ясно, да. Она любит деньги. Да. А, да. Хорошо. Как вы обычно проводите свой отпуск? Tức là câu này các bạn thường dùng thời gian và kỳ nghỉ như nào đúng không ạ? Да. Bạn thường nghỉ ngơi như thế nào? Мы обычно проводим проводим свой отпуск. Свой отпуск. Где на море? На кинотеатре. В кинотеатре? Да. Но это свой отпуск, да? Да. Да? В кинотеатрах. Да. В кинотеатре. Да. И в ресторане. Ресторан. Да. Отпуск это длинное время. Nếu ta gọi là kỳ nghỉ nó rất là dài. Да. Nó dài cho nên là gì? Là phải nhiều, là dùng số nhiều. Да. Кинотеатр и ресторан. Да. 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 И где вы отдыхали последний раз? Где вы отдыхали последний раз? Мы отдыхали последний раз. В Ханое. Ага. В Ханое, хорошо. А что вам больше всего понравилось? Что вам больше всего понравилось
Tôi thích cái gì của cô đấy hay là của chị sở hay là sở thích riêng chị sở thích của riêng em ơi thầy. Cái câu này có nghĩa là trong cái kỳ nghỉ đó thì cái điều gì làm cho bạn thích nhất? Что вам больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось с ней. Нет, причем тут это уже не говорим о подруге. Это мы говорим о тебе. Где ты отдыхаешь, какой твой отпуск, да? Где вы отдыхаете и что тебе там понравилось? Вот, например, мы отдыхали последний раз в Ханое, и в этот раз что тебе нравится? Đúng không nào? Tức là mình nghỉ ngơi lần cuối cùng ở Hà Nội và cái lần nghỉ ngày nay thì có cái điều gì mà làm cho mình thích nhất nào? Это погода хорошая или люди хорошие? Или Hà Nội красивый? Или вкусные? Еда? Еда. Мне больше всего понравилось. Да? Да. Еда. 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 Да? Еда. Мне больше всего понравилась еда. Да? Хорошо. Или вкусная еда. Вкусная, вкусная еда. В Ханое. Да? В Ханое. Так, да? Мне больше всего понравилась вкусная еда в Ханое. Так, хорошо. Татьяна, чем занимаются ваши родные родители, братья, сестры? Có thể hỏi là người thân của bạn thường làm gì như bố mẹ này, anh trai anh trai những chị gái, ý là hỏi về công việc đúng không thầy? Ý câu này ý là hỏi về công việc đúng không ạ? Đứng dậy hỏi là người ta làm nghề gì? Xem gì như mày? Họ làm những nghề gì? Nào. Чем они занимаются? Моя мама. Мой папа уже умер. Моя мама сейчас. Мы говорим, что у меня уже нет отца. То их он ча. Да. У меня нет отца. У меня уже нет отца. Да. У меня уже нет отца. А мама сейчас дома. Занимается. Занимается домашними. Домашними делами. Да? Домашними, да. Делами. Мама занимается домашними делами. А так, она не работает. У меня нет отца и... Она не работает. Она не работает. А братья, сестры? У меня тоже нет братья и сестры. Да? Я единственный ребенок в семье, хорошо. Вы часто встречаетесь? Нет. Я мало встречаюсь. Я очень мало встречаюсь. Мы очень мало встречаемся. Мы очень редко. Редко. Встречаемся. Мы очень редко встречаемся. А что вы обычно делаете вместе? Мы обычно готовим вместе. Мы любим готовить вместе. Мы любим готовить вместе, да? Да. Ну, хорошо. А, ты войти в озвучку, когда такой не сам кол ты нет, не был ты нет. Сейчас мы посмотрим, не был ты гай. На секунду, я всем не был ты гай, да? Да. Так. Вот.
это вот. А, как называется ваш город, село, деревня? Ты бы не знала, где? Тангфу, да? Да. А, наш город называется? Наш город называется Ханой. Фукупа. Да, Ханой. Да. Наш город называется? Так. Называется Ханой, да. И где он находится? Где он находится? Он находится? Далеко от центра. 40 километров. Он находится. А Ханой, если на Ханой. Ханой, да, да? Ханой находится. На севере Вьетнама. Да? Ханой нам дал нам, а? Вьетнам. И столица Вьетнам. Вьетнам. Да. И он и есть столица Вьетнама. Он. Да? Он. И есть. Он и есть. Матина. Он и есть столица. Столица. Вьетнам. Он есть столица Вьетнама. Хорошо. А, да, да, Котихай, да. Да, Котихай, это легко, да? Так, чем так он сэм Каусубан? Так, это мы подождаем. Так, ты на ней лакнули. Что вы делаете, когда у вас есть свободное время? Чем увлекаетесь? Что вы делаете, когда у вас есть свободное время? Чем увлекаетесь? Ну, Калайна. Когда у меня есть свободное время? Когда у меня есть свободное время? Я гуляю на дорогу. Когда у меня есть свободное время, я люблю гулять, да? По улице. Да? По улицам нашего города. Я люблю гулять по улицам нашего города. Хорошо. Чем увлекаетесь? Я увлекаюсь. Дамме кези. No. Деликатесами. Деликатесами нашей кухни. Да. Да. Я увлекаюсь деликатесами нашей кухни. Ты гляди. То есть это да мы некий мандаксан куа беб анзадак. Да. Да. Нашей национальной кухни. На си ананной кухни. Зантов, да? Я очень увлекаюсь деликатесами нашей национальной кухни. Так, да? Да. Правильно? Да. Да? Хорошо. А, да. Чем-то не отец? Как она говорит? Она калазай, да? Калазай. Отец? Да. Скажите, пожалуйста, какой вид спорта вам нравится? Занимаетесь ли вы спортом? Если да, то каким? Да? А, да. А, Конгельха, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Так. Каким видом спорта вы занимаетесь? Скажите, пожалуйста, какой вид спорта вам нравится? Какой вид спорта? Да.
Какой вид спорта вам нравится? Вам нравится. Так. Вакалт Михайловна, вы занимаетесь спортом? Занимаетесь ли вы спортом? Занимаетесь ли вы спортом? Если да, то каким? Если да, то каким? Занимаетесь ли вы спортом? Если да, то каким? Так, хорошо. Ну? Один сын, Александр. Скажите, пожалуйста, какой вид спорта вам нравится? Мне нравится бадминтон. Ага. Так вот. Мне нравится, да? Мне нравится бадминтон. Бадминтон. Да? Да. Бадминтон. Хорошо. Занимаетесь ли вы спортом? Да, я занимаюсь спортом. Я занимаюсь спортом. Каждый день. Занимаюсь спортом каждый день, да? А, так, еще. Если да, то каким? Какие праздники вы любите праздновать? Какие праздники вы любите праздновать? Какие праздник тебе нравилось? Какие праздники вы любите праздновать? Когда говорил, ты праздновать. Какие праздники вы любите праздновать? Тогда бантик точек. Какие праздники вы любите праздновать? Да. Но какие? Я люблю праздновать. День рождения. Мои родные. И свой собственный, да? Да. И свой собственный. Ва кингай синь нет пути, да? Да. Мои родные и свой собственный, да. Хорошо. Да. Ну вот, уже ответили. Дальше идем. Фильмы вы обычно... Какие фильмы вы обычно смотрите? Какие фильмы вы обычно смотрите?
Смотрище. Какие фильмы вы обычно смотрите? Да? Какие фильмы вы обычно смотрите? Я обычно смотрю мультфильмы и китайские фильмы. Мультфильмы и китайские. Китайские сериалы. Сериал. Я обычно смотрю российские мультфильмы или русские мультфильмы, да? Да. Русские, да? Русские мультфильмы. И китайские сериалы. И китайские сериалы. Хорошо. Всем кукуйкуна. Где вы любите смотреть фильмы? В кинотеатре или дома? Ну, где вы любите? Где вы любите смотреть фильмы? Дома и в кинотеатре. В кинотеатре или дома? Да. Ну, и где? Я люблю смотреть фильмы в кинотеатре. Фильмы, да? Я люблю смотреть фильмы и в кинотеатре, и в дома. Em muốn cả thích thích cả xem ở nhà cả xem gì ra. Да, и в кинотеатре, и дома, да? Да. И дома. По телевизору. По телевизору, да. Ну, дома по телевизору, естественно. А и мы кинотеатр, да. Хорошо? Да. А, так вот. Да ла. Câu 3, да? Câu 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem câu 4. Câu 4 chúng ta. Câu 3 xong rồi. No, câu 4 chúng ta có gì nào? Ответьте на вопросы с блюдо как полными предложениями. Блюдо какой кухни вы любите? Почему? Блюдо какой кухни вы любите? Почему? Блюдо какой вы кухне на кухне? И почему? Блюдо. Блюдо. Какой кухни вы любите? И почему? И почему? Но, Чалайсана. Я люблю. Я люблю лапшу. Я люблю. Ну какой кухни? Они говорят, какой кухни? Значит, вьетнамской кухни, Китайские кухни. Я люблю блюда китайской кухни. Кухни, да? И почему? Потому что там вкусно и Потому что они вкусные и острые. Хорошо. Да. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu cuối cùng là câu 5. Câu 4 còn nhiều. Что вы умеете готовить? Что вы умеете готовить?
умеете готовить? Что вы умеете готовить? No. Em nói là em định nói là nhè đúng không thầy? Ya magu gatovich. Ya magu gatovich. Bài chi chi vsia yedi kada ya smatri na chili na vapsai. Да? Да. Я могу готовить почти все блюда по рецепту. По рецепту. Да. А ты гляди. Ла, только ты. Да. Я могу готовить почти все блюда по рецепту. Ну, хорошо. Да. Понятно. А чем у нас есть семь котитена? Что у нас интересное? Какое любимое блюдо в вашей семье? Какое любимое блюдо в вашей семье? Нравится? В моей семье вьетнамское блюдо. Ну какое? Есть какое? Все любят. Trong gia đình tôi tất cả mọi người đều yêu thích, đấy. À, так. Thịt gà. Курицу. Жареную курицу. Что-нибудь такое, да. Особое. Nói một cái tên, một cái đồ ăn gì đấy. Жареную курицу. Курицу. Под соевым соусом. Соевым соусом. Соус, да. À, tức là thịt gà với cả sốt thịt gà với lại nước sốt, sốt nước sốt dầu đấy hoặc là ili pot soy ili pot grip nước sốt grip nước sốt nghe cho nó sang trọng tí đấy. В моей семье все любят жареную курицу под грибным соусом. Да? Хорошо? Да. Это всем, кого кое-кому, да? Кое-кому, я люблю грибы. Вы ходите в рестораны и кафе? В какие? Если не ходите, почему? Вы ходите в рестораны и кафе? И если не ходите, то почему? Если не ходите, то почему, да? Вы ходите в ресторан и кафе? Если не ходите, то почему? Em nghe hết được câu này rồi, nhưng mà tự dưng em nhắc lại thầy thì em bị quên ấy. Thì có cách nào để giúp mình mà lúc vừa nghe làm bài thi vừa nghe vừa nhớ được? Tại vì ví dụ câu này này là em đã nghe được hết rồi, hết câu đấy rồi, nhưng mà khi em nhắc lại thì em lại tự dưng bị quên cái từ đấy. Cái đấy nó phụ thuộc vào một cái yếu tố rất quan trọng, đó là cái trí nhớ đấy. Trí nhớ là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó. Thế và chúng ta chỉ có thể luyện nghe, luyện nghe thôi. Cho nên là mình nói với bạn, ví dụ mình nghe chẳng hạn, mình nghe mình nhớ được hết luôn đấy. Đó, có thể nói gần như là mình nhớ hết luôn. Chẳng qua là trí nhớ của mình nó rất tốt.
Thế còn thì nếu mà có những người mà đầu tiên thì chúng ta phải hiểu. Hiểu. Hiểu và chúng ta nắm lấy những cái gọi là clutch, những cái chìa khóa, những tùy có tính chìa khóa như thế nào đấy. Đó. Là chúng ta sẽ nhớ được tất cả. Хорошо. Выходите в рестораны, кафе и в какие, значит, что? Да, мы ходим и все, да? И не вы как иначе на кухню делать, да? Да. Да. Мы ходим. Ходим в ресторан. Да? Да. Да. И какие? И вот хан кафе, в хан ресторане. Нет, и в айшуши ресторан, в ресторан, да, айшуши. Что это такое? Так, cái nhà quán ăn tên là айшуши, vậy ạ. Tên quán ăn là айшуши, vậy ạ. Да. А какие? То есть, да, нет, ты не знаешь, но, да. Японские, китайские, или корейские, да. И в Китае, и японские рестораны. Да. И это японские, японские, или китайские. Или китайские, да? Да. Китайские, да. Или китайские. Это японские или китайские, да? И это японские или китайские, хорошо? Если не ходишь, то почему? И как ты говоришь на кунг-кунг-кунг-кунг-кунг-кунг? Да. Да. Ну, хорошо. А ты вот, chúng ta đã ở đây, chúng ta đã cùng nhau làm xong 4 câu rồi. Chúng ta còn câu thứ 5 nữa. Chúng ta sẽ để dành hôm sau chúng ta làm nhé. Да. Хорошо? Да. Хорошо. Хорошо. А так вот, все, спасибо, до свидания. Да, спасибо, до свидания. До свидания. Спокойной ночи. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.